Авария с трагическим исходом. Днем на 32-м километре трассы Владимир-Тума произошло дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении сошлись МАЗ и внедорожник Сузуки. По предварительной версии, водитель японского автомобиля, женщина 78-го года рождения, превысила скорость движения и не справилась с управлением. В результате ее машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с МАЗом. Автоледи скончалась на месте, а водителя МАЗа с травмами доставили в городскую больницу Гусь-Хрустального. Попался на хранение наркотиков. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали 32-летнего ранее судимого безработного. Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли порошкообразное вещество в полимерном пакете. Экспертиза установила, в упаковке был героин массой более 4 граммов. Мужчина приобрел наркотическое средство через закладку. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Подозреваемый сейчас под стражей. Погиб в собственной квартире. В Коврове в многоквартирном доме произошел пожар. Горела квартира. Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии спасателям. Спустя 5 минут пожарные прибыли на место возгорания. Еще 4 часа понадобилось для ликвидации огня. В сгоревшей квартире спасатели обнаружили труп мужчины 70-го года рождения. Причины пожара устанавливаются. Бабушка помогла полицейским. В Муроме возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Парня обвиняют в изнасиловании. Следствие установило, молодой человек, заметив возвращающуюся из клуба женщину, предложил проводить ее до дома. По пути напал, повалил. Крики о помощи услышала пенсионерка и сообщила о происшествии правоохранителям. Подозреваемого задержали на месте преступления. На допросе он заявил, что помутил сознание из-за алкогольного опьянения. Общероссийский народный фронт объявил конкурс плакатов «День выборов». Конкурсная работа должна представлять собой рисунок на тему выборов, который напомнит избирателям о важности участия в голосовании. Эксперты ОНФ поясняют, конкурс не преследует цели агитировать за конкретного кандидата. Кроме того, на плакате не должно быть элементов агитации. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте конкурсонф.ру и загрузить изображение плаката. Работа принимается до 20 февраля. Владимирские волейболисты пробились в финал. 6 матчей и 4 победы, благодаря которым волейбольный клуб «Владимир» завоевал право участвовать в финале 6 лучших команд высшей лиги «Б». Очередные игры наши волейболисты проведут на домашней арене. 7 и 8 февраля соперниками «Владимира» будут лидеры зоны «Запад» – волейболисты Подмосковья из Одинцова. А 10 и 11 числа в гости приедет южно-сахалинский «Элварис Сахалин». Матчи состоятся в городском центре здоровья. Начало в 17:00.